Всем привет, с вами Алекс, и сегодня мы посмотрим с вами на игру под названием Horizon Zero Dawn. Поехали! Ну что такое? Тебе холодно? Придется потерпеть. У нас с тобой сегодня важное дело. Вот. Это тебе. Это дочки мои. Ну вот. Сегодня я назову твое имя. Но повторит ли его богиня? Обычно имя ребенка называет мать, когда она у него есть. Приходит вся деревня, а матриархи ведут обряд. Но мы-то изгои. И все же мы будем жить по правилам. Чтобы не стать безбожниками, как предтечи, которые отреклись от богини. Красивенько. Это и привело их к гибели. А нам остались чудеса творения. Звери неба. Воды, земли и стали. Да уж. Вот это вот зверюга ходит вот сейчас. Проходит. С длинной шеей прям вообще. Класс. Я в трейлере, кстати, видел, что на нее забраться можно будет. А другая машина. Охотник должен... уважать их силу. Я всему научу тебя. Однажды. Нет, вот пока очень красиво сделано. Прям вот... все эти горы, растительность, природа, прям очень круто. Тирса? Зачем она пришла? Запретить мне провести обряд? Нет, нет, нет. Встань с колен. Пришло время. Не молчи. Со мной ты можешь говорить. Вы пришли дать ей имя? А разве не ровно полгода минуло с того дня? Но мы же изгои. Ты по своей воле, а она, ну... Я верховный матриарх. Благословляю, кого хочу. Большая честь. Да, да, ну иди. Имя-то готово? Давай. Великая мать, это дитя нуждается в собственном имени, чтобы твоя любовь грела ее, как восходящее солнце согревает землю. Назови имя! Элой! И дитя обрело свое имя. Прекратите сейчас же! Вы кто такие? Что ты сделала? Благословила наречение ребенка. Ну,
Упрямится, ты зовешь это ребенком? Что она тебе рассказала про это, изгой? Отвечай! Я лишь сделал, о чем вы просили. Просили воспитать, но не просили любить. Хватит. А ты... Пипец, конечно, она злая. Я должен служить им. И тебе. Я рядом. И пойду за тобой. Куда хочешь. Не, ну начало прям очень крутое. И музыка, и визуальная составляющая, и графика прям просто на высоте. Horizon Zero Dawn. Кстати, очень интересное название, я так и не понял, как оно переводится. Так, новая игра. Давайте нормально выберем уровень сложности. Спустя 6 лет. Ягод. Ты у нас настоящий добытчик, Баст. Ну иди, еще немножко набери. Умница, хороший мальчик. Дети, уходим. Она изгой, дети. Не смотрите. Блин, ну... Ну-ка. Капец. Ой. Как так можно с ребенком разговаривать? Пойдем. Ты чё, а? Ну, все понятно сейчас, как по классическому сценарию. Побежит, куда-нибудь упадет, потом такой там... Какой-нибудь монстр или что-нибудь. Артефакт какой-нибудь. Ну, в принципе, да, как я и сказал. О, наконец-то нам дали возможность поиграть. О, крысы. Подарок из прошлого. Войдите в пещеру. Ну и что тут есть? Но вроде можно пролезть. Сюда я могу пройти? Так, нажмите, чтобы присесть. Так, это прыжок. Блин. Так, мы туда же обратно вышли. Так, я не понял, что-то... А, вот, сюда. О, я нашел, как бегать. Отлично. Это осталось от Железного мира. Да. Древние развалины. Куда нам теперь бежать? Пойдемте сюда, наверное. Раст,
не разрешает мне ходить по таким местам. Надо искать отсюда выход. Ну и чего, куда мы пришли? Там что-то виднеется. Что это? Мертвец. Вон там что-то блестит. А, вот и эта штуковина, которую в всех трейлерах светили. Что она позволит какие-то там видеть объекты, которые другие не могут заметить. Ничего себе. Огоньки. Они везде. Как оно работает? Нажмите R3, чтобы переключить визор. Угу. Железная дверь. А, заперта. А если эта штука поможет найти выход? Опять огонь. Так, нам показывается здесь, куда нужно идти. Кстати, очень сильно напоминает Watch Dogs 2, да даже 1, наверное. Потому что там тоже, когда нужно было какую-нибудь дверь там взломать или еще что-нибудь сделать, нужно было включить какое-то супер там орлиное зрение, как в Assassin's Creed, и посмотреть, куда проводок ведет, чтобы знать, где что нужно взламывать. Но здесь примерно то же самое, очень похоже. Так. О! Все, мы взломали. Мы теперь хакеры. Дверь тоже поменяла цвет. Здесь, похоже, еще одна такая же штука, как я понимаю. Думаешь, мне это нравится? Я ничего не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. Покажи еще раз. Не мог делать. Он у тебя за спиной. Привет. Блин, прикольно, она с ним общается как с живым, а по сути это голограмма обычная. Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Прикольненько. А там чё? Ого. Как они выстраиваются в очередь в общем зале. Как скот на бойне. Только все друг другу улыбаются. Чана раздает препараты. Как будто жизнь это боль. Которую нужно унять. Я не хочу забыться. Я хочу, чтобы в конце моей биографии стояла не многоточие, а точка. Нет, воскресенье.
восклицательный знак. Так что, если я вас расстрою, вы извините. Ничего, они умерли. Я больше никому. Что случилось? Ничего не должен. И Мачу Пикчу. Всегда хотела там побывать. Так и не сподобилась. Почему я не поехала тогда с Оуэном? Дура. Надо было соглашаться. Здесь, кстати, довольно много людей лежит. Мертвых, конечно. Причем почти у каждого аудиозапись есть. Нас кто-то зовет, да? О, нас нашел Раст. Отлично. На самом деле интересно, как там все эти люди оказались. Я так понимаю, они там уже знали, что они как бы умирают, и все. Скорее всего, это бункер какой-нибудь был. Давай. Или что-то в этом роде. Это запретное место, Элой. Да упала я! Это железный мир. А это что в волосах? Ничего. Ты нашла это внизу? Нет. Дай сюда. Нет. Элой! Такие вещи опасны? Нет! Ладно. Раз ты теперь шастаешь где хочешь, пора заняться твоим обучением. Все, пошли. Домой. А завтра с тобой мы пойдем на охоту. Все, нас будет теперь обучать этот бородатый мужичок. Я представляю, как это он видит, что она просто по воздуху руками водит, хотя он же этого не видит всего. Так, бери свой лук. Лук? Хватит шептаться с этой игрушкой. Спускаемся в долину. За мной. Будь внимательной, Элой. Тебе нужно держаться рядом со мной и делать, что я говорю. Я знаю. У тебя еще не зажила рана после вчерашнего падения. Так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств. Я скажу, что положить. Видишь вот это растение? Оно называется бальзамник. Так, здесь я уже понимаю, что нам придется по ходу игры кучей разных растений собирать. Травы, еды и всего такого. Да, они горькие, зато могут спасти тебе жизнь. Всегда держи под рукой запас целебных ягод, цветов и растений. Где это мы? Эта долина — часть объятий Великой Матери. Объятий? Ну, очень круто сделана, эти на самом деле, игра. Оберегает племя Нора. Хищные. Не могу сказать, что здесь какой-то прям запредельный уровень графики. По-моему, в Uncharted лучше был. Но при этом это открытый мир. И очень здесь крутая визуальная составляющая, поэтому я считаю, что еще для уровня PlayStation 4, не про обычный PlayStation 4, очень-очень достойно. Я покажу тебе, как на них охотиться. Они опасны? Все машины опасны, Элой. Их силу нужно уважать. Там мы тут сейчас раз-два и всех завалим. Не важно, что мы за ребенка играем сейчас, прям по-быренькому. Всех победим.
Пригнись, лежи его за... Тихо! Не высовывайся! Мыши. Нет, Элой. Такие машины зовутся рыскарь. Надо уметь от них прятаться. Иначе тебе здесь не выжить. Я покажу. Слушай и делай, как я. Замри. Пускай пройдет. Все, мы замерли. Теперь иди за мной вон туда, в заросли. И не шуми. Стоп. Еще один. Подожди. Может быть, мы этой штукой как-то сканировать их можем? А, да, кстати, смотрите. Можно их путь отобразить, еще и пометить как цель. Идешь, прикольно. Пригнись и крадись, шума совсем не будет. Подожди. Вот еще один. Последний. Идем. Молодец. Тебя не видели и не слышали. Идем. Стадо уже совсем близко. Вот мне тоже интересно, кто это. Почему он там? Он нас увидел. Он улыбается. Теп, куда тебя понесло? Теп, ты где? Отвернись. Мы изгои, а он в племени. Может, ему не нравится в племени. Значит, он дурак. Ладно, пойдем искать стадо. Видно, что ему очень не нравится быть изгоем. Хотя, кому бы понравилось быть изгоем? Ну, травушка-муравушка. Вот, кстати, уровень воды здесь такой средненький, на самом деле. Вон, видишь? Эти называются... Той же GTA и... В Battlefront вообще очень классная вода, на самом деле. Здесь так себе средненько. Ща их распугаю все. Чтобы показать тебе, некоторые машины убегают, едва тебя завидев. Таким надо подкрадываться. Не волнуйся, мы их еще нагоним. Вот увидишь. Теперь иди найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Зачем? Не спорил. Камушек. Иди набери камней. Я покажу, что с ними делать. Да, годится. Идем. Здесь, я так понимаю, стандартные все приемы. Там камень, небось, нужен, чтобы для отвлекающего маневра. Все эти лекарства нужны для каких-нибудь там, не знаю, как зелий, восстанавливающих здоровье или там... Просто вот как лекарственная трава. В принципе, ничего особенного. Ну, по сути, это РПГ, поэтому здесь все так и должно быть. Вот стадо. Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредить. Нет, но можно отвлечь. Заманить в ловушку. Видишь, там рыскарь. Надо его убрать. Всполошить стадо, и тогда они все успеют разбежаться. Всполошить? Как? Машины общаются между собой. Ну ладно, я думаю, мы закончим на этом наше первое впечатление. Если вам понравился этот видеоролик, то почему бы не поставить ему лайк, не подписаться на мой канал. Ну а с вами был Алекс, всем удачи и пока!